Девочки, я делаю сегодня грибочки синенькие. Сначала мне нужно будет 5 литров воды. Наливаю 5 литров воды, пол-литра уксуса и 200 грамм соли. Мне нужно будет это закипятить. А пока эта вода будет кипятиться, я нарезаю эти баклажаны. Так, баклажаны. У меня 5 килограмм баклажанов. Нарезаю их на кусочки. И еще мне нужно будет чеснок. Девчонки, вот ведро нарезала. Одно ведро нарезала кубиками. И полную чашку такую. Полную чашку. Ну, получается, почти что 2 ведра, наверное. У меня не 5 килограмм, там 6 килограмм. Я все 6 килограмм буду использовать. В общем, сейчас у меня, значит, вода у меня закипела. Я буду сейчас бросать, кипятить. Ну, буду рассказывать дальше, что буду делать. Так. Закипела вода у нас. Засыпаю я. Так, одно мало будет. Сейчас еще на кухне. У меня большая кастрюля. Так, теперь жду с момента закипания, как только закипит, 3 минуты варится, и все, и выкладываю чистую посуду. Девчонки, смотрите, не открываю, да? Вот она кипит. Вот у меня такие вот часики 3-минутные сыпятся. Засекаю 3 минуты. И буду сюда перекладывать. И сначала туда, наверное, положу частями. И в масле, кипящем масле, буду 2-3 минутки обжаривать. И убирать в чистую посуду, а потом по банкам буду раскладывать. Так, 2-3 минуты кипячу. Опять часы поставила, а сюда закладываю новую партию. Как закипеть, буду тоже ждать. Так, одновременно все у меня. И там варится, здесь жарится, и банки стерилизуются, и чай нужно сделать. Все нужно успеть сделать. Так, сейчас 3 минутки будет. Это буду убирать, а то еще не закипело. Так, 3 минутки прошло. Выкладываю кастрюлю. Очень осторожно, потому что с кипятком масло кипяток, и это кипяток, очень осторожно надо. Накрываю крышку, чтобы что-то не попало. Так, и новую партию закладываем. Так, как мне сделать?
Вот ушел в этом в кастрюле, да? Так, закипело. 3 минуты засекаю, сейчас поставлю. Одновременно здесь жарю, там 3 минуты как раз будет. Так, девочки, пока у меня банки не стерилизуются, я теперь все это пережаренное, сварено-пережаренное, сливаю в одну кастрюлю большую. Там сейчас я... Притесно. Так, сюда все выложила. Теперь сюда добавляю перемолотый чеснок и душистый, не душистый, а горький перец горошком. Предварительно их надо будет сбрызнуть уксусом. Так, перец добавляю. И чеснок. И перец, чеснок я сбрызнула уксусом. Так, теперь это мне нужно все перемешать. Чтоб везде попал чесночок. Везде попал перчик горошком. И все, и по стерилизованным баночкам раскладываем и закатываем железными крышками. Так. Сейчас хорошо перемешаю, и зимой можно лакомиться. Хотя у нас оно не ждет зимы, а начинает сразу, как сделаем, начинаем пробовать. Так сказать, снимаем пробу. Вчера ж не делала, что я салат фасолевый. А, немножко там осталось. Ваня попробовал, сказал, что вкусно. Так, баночки у нас готовы. И начинаем раскладывать по баночкам. Так, я сейчас, чтобы удобно было. Там в рецепте, в общем, нужно использовать 5 килограмм, да? Я взяла 6 килограмм, думаю, лишней не будет. Так у меня получилось, что лишний. И хорошо продавливаем туда, чтобы пустот не было.
такие грибочки получаются. Вкусненькие. Сразу не разберешь, что это такое. Грибочки, так и грибочки. Не каждый догадается, что это обыкновенные, как у нас говорят, синенькие баклажаны. Так. Сейчас наложу, потом буду закручивать. Девчонки, ну вот смотрите, что получилось. Значит, у меня получилось 12 баночек, 10 семисоток и 2 пол-литровые банки. Вот такой салат грибочки называется. Немножко осталось попробовать на вкус. Но на вид, да, вот, как сказать, что это, да? Сразу не догадаешься. И на вкус, но очень вкусно. Попробуйте. Может, понравится вам тоже. Приятного аппетита и пока-пока!